Один из моих любимых вариантов съемки морского аквариума – это съемка сверху. Не через стекло, а через воду. Достаточно натурально получается. Вот это моя помпа течения. Тут прям целый сад кулерпы. Кстати говоря, смотрится это прикольно. Фитончик большой. Клетон, краб. Бедненький. Практически редко теперь сидит в актине. Сидит и на камушке рядом, потому что его атакуют клоуны. Так, вот она. Папайя электрик. За ней желтенькие, это паразоантусы. А колония, то, что точнее осталось от колонии зонтиков Утерхаус. Это дырка в саркофитоне. Тоже улитка сделала ее. Это моя любимая синяя корнулярия. Обожаю ее просто. А это вот Ротаксис поймал еду. Начинает закрываться. Так, далее. Так, сейчас я выключу подачу воздуха, будет лучше видно. Он не клоуны, они, кстати, обхаживают вот этот вот зеленый саркофитон. Полюбился он им. Так, здесь кнопия. Это вот эти как ромашки с зеленым центром флюрящим. И зонтики Granny Apple Smith. Я берегу их как зеницу ока. Потому что улитка наест и их тоже. Пытается есть. Так, там еле видно папайю. Вот пластик. Здесь, смотрите, как он толстый. Он настолько набаловался, он совершенно перестал есть сухой корм, ест только фарш. Не знаю, как он будет летом, потому что в автокормушку фарш не засунешь, это будет только исключительно сухой корм. Что он будет делать, я не знаю. Ротаксис уже скушал и открывается обратно. В общем-то, я думала, чем же так принципиально отличается дископтиния от ротаксисов. И вот дископтиния, вот, допустим, красный или супермен, они никогда не закрываются, когда едят. Ротаксисы, они всегда закрываются. А и вот эти вот такие мохнатенькие и зелененькие, они тоже закрываются. Так, здесь у меня Rasta Gold зонтики. Это вот совсем микроскопические. Вот они, не здесь. Такие яркие малыши. Они, кстати говоря, были съедены улиткой почти все. И теперь совсем такие крохотулечные просто. Ну, я надеюсь, колония восстановится. Не восстановится, так я куплю еще их. Они не супер прям дорогие. Посмотрим. Утерхаус дороже, которые съедены. Они у меня как бы не очень быстро растут, да еще их едят постоянно, так что крабик. Очень серьезный товарищ. Это вот эта зеленая политоя, она очень хорошо растет. Прям очень-очень быстро. Опять клоуны пристают к нему. Клоунов актиния ушла, она ходит за камнями, периодически показывается, они только в нее ныряют, она опять уходит. Видно, они ее так достали, что уже просто вот лучше за камнями сидеть. И они пошли краба гнать. Здесь вот немножечко торчит деточка этой вот актинии, в которой краб живет. Но она пока совсем маленькая. Когда она вырастет, непонятно. Так они вот целыми днями выясняют отношения к
краб пытается защитить Актинию. Не всегда это у него получается. Когда не получается, когда они вот вдвоем нападают, он уходит. Ну, на этом, наверное, все. Буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Красавица Клавулярия Папайя.